такой. Самый ловкий и опасный преступник. Видок, месье. Вас обвиняют в убийстве. На этот раз вас ждет гильотина. Я же говорю, я ничего не делал. Я знаю, кто виноват. Выпустите меня, я их поймаю. Чтобы бороться с этими людьми, нужно знать их нравы, их привычки, их мир. Я и забыл, что вы один из них. Я не один из них. Вам нужен результат, и я его обеспечу. И что вы хотите за это? Должность шефа полиции. А, всего-то. Убийца остается убийцей. А результат остается результатом. Я даже не хочу знать, кто ты на самом деле. Ты, может, и не хочешь. А вот остальные узнают. Я могу помочь. Например, сделать себя первым человеком во Франции. Мне очень по нраву ваше видение Франции, Видок. А что ты собираешься делать, когда все это закончится? Я сделаю нас императорами Парижа. У Парижа будет всегда только один император. Быть главой преступного мира или служить своей стране? Вам придется выбирать, Видок.